Из высокого дерева листья падают к корням. Именно так мы решили начать первый выпуск нашей программы «Наследие». Наш проект посвящен деятельности Республиканского центра народного творчества, а по большому счету традициям и обычаям всех народов нашей многонациональной республики. С вами Ржена Борисова. Здравствуйте! Способность творчества есть великий дар природы, говорил когда-то литературный критик Виссарион Белинский. Именно творчество меняет нашу с вами жизнь, делает наш мир ярче, а жизнь интереснее. Далее краткий обзор наиболее интересных событий минувшего месяца в Республиканском центре народного творчества. Республиканский центр народного творчества презентовал уникальные издания «Универсальный сборник колыбельных песен «Бубе-бубе-бубехен» на бурятском языке, а также книгу «Вселенная Бурята. Обряды младенческого периода», которая является началом целой серии изданий о традициях и обычаях бурятского народа. Оба этих сборника имеют удивительную историю, подчеркивают организаторы. Это важное наследие, что на протяжении веков позволяло нашим предкам выживать и сохранять свою идентичность. Такие встречи нужно проводить как можно чаще, отметил после встречи известный бурятский композитор, заслуженный работник культуры Бурятии Владилен Пантаев. «Мне всегда казалось, что я в потоке культуры родного народа, но посмотрев книгу «Вселенная Бурята. Обряды младенческого периода», я вдруг понял, что ни один из этих обрядов мне не знаком. Вот и представьте себе, сколько поколений бурят выросло в отрыве от своих корней». В Бурятии подвели итоги конкурса «Батор Дангина 2018. Члены жюри определяли лучших из 12 финалистов в четырех номинациях: «Батор», «Дангина», «Эдир Батор», «Эдир Дангина». Звание лучшего батора Бурятии завоевал обаятельный агинчанин Зариктон Анзатов. Дангиной стала Айна Даржиева из Акамны. В номинации «Эдир Батор» итогом упорнейших состязаний победу праздновал Бараст Дайндаров из Бичуры. Победительницей в номинации «Эдир Дангина» была признана самая маленькая и решительная претендентка на корону – Дари Бадмаева. Чуть ранее в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло праздничное действо, посвященное Дням Белого Месяца. В программу празднования вошли выступления оркестров народных инструментов, коллективов художественного творчества Бурятии, а также традиционные игры бурят, мастер-классы и многое другое. Затем состоялся большой детский концерт, представление для семейного просмотра «Шадите Сагалган» и праздничный концерт «Баяра Хубалдая» с участием ведущих мастеров искусств народного творчества и эстрады Республики Бурятия. Настоящим подарком для зрителей стали финал конкурса бурятских национальных костюмов, презентация фильма «Серебро» о творчестве бурятских дарханов и финал чемпионата Бурятии по разбиванию хребтовой кости, а также турнир по бурятской национальной борьбе в формате 3-3. В Бурятской государственной филармонии прошел отчетный концерт народного фольклорного ансамбля «Мактал» базового коллектива РЦНТ. Прологом концерту стал уникальный старинный бурятский обряд «Хотондо Хаха», что дословно означает «закрывать в стайке». Так буряты почтенного возраста праздновали рождение первого праправнука, а артисты «Мактал» выразили связь поколений, ведь в составе коллектива уже появились свои праправнуки. Напомним, основали «Мактал» 60 лет назад Михаил Лазаревич Балдаев и Алла Галдановна Балдаева. Сегодня коллектив считается живым памятником бурятского фольклора, что состоит из бурят всех поколений, всех уголков этнической Бурятии. А теперь вопрос, кто из нас не мечтал хотя бы на миг вернуться в детство? О чем в детстве нам пели наши мамы и бабушки? И почему мы так сладко засыпали под их песни? Не так давно в Республиканском центре народного творчества прошла презентация уникальных изданий – сборника колыбельных песен «Бубе-бубе-бубе-хэн» и книги «Вселенная Бурята. Обряды младенческого периода». В гостях у нашего проекта автор этих книг – редактор Республиканского центра народного творчества Баирма Цыдыповна Цыденова. Здравствуйте, Баирма Цыдыповна. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея написания этих книг? Давайте я вам покажу, да? Начнем с первой книги. «Бувы, бувы, бувы» – это колыбельные песни на бурятском языке. Идея возникла
скажем так, у ныне покойного президента, бывшего президента ЗАГС, профессора, доктора филологических наук Батута Горжавича Байртуева. Когда-то я с ним вместе работала. Мы задумали вместе с ним этот проект, но, к сожалению, он умер, и проект остановился. И буквально через долгих, скажем так, 13 лет, когда я пришла в в РЦНТ, вот, удалось осуществить этот давний проект. А вот что касается второй книги, «Бурят хуна юртумса», «Нялханарэ уюнге гаурил», вот эта книга в переводе звучит «Вселенная Бурята», обряды, связанные с периодом младенчества. Эта идея зрела давно, скажем, в РЦНТ, это идея Республиканского центра народного творчества. У нас большой архив в центре, где собраны сценарии, там аудио, видеоматериалы. Мы подумали, что неплохо было бы расшифровать все это, и чтобы все, что копится годами, да, все это большая творческая работа наших фольклорных коллективов республики, и не только республики, этнической Бурятии, чтобы как можно больше, ну, широкий круг читателей имели доступ к этим материалам. Что такое колыбельная песня? И почему так важно, чтобы она исполнялась на родном языке? Ну, колыбельная песня на бурятском звучит «Улыгындум», и в каждой песне, в припеве звучит рефреном «Буэ, буэ, буэхэм» на бурятском. Вообще ученые, монгольские ученые выяснили, что этимология слова «буэхэм» — это в переводе звучит «буэ», не «бойся», да? То есть успокаивающая, охранительная функция. Но самое важное, что когда ребенок слышит, вот лежит на теплых руках матери, да, ощущает тепло матери и слышит родной язык буквально с первых дней, значит, он учится языку, скажем так, ну, утрированно говоря, погружается в родную языковую среду. В этом главное предназначение, думается, особенно в наше время, колыбельных песен именно на родном языке. На презентации было сказано, что будет целая серия изданий «Вселенная Бурята». Очень интересно, что же будет дальше? Да, мы предполагаем, что вот серия наша обрядов, обычаев бурятского народа будет продолжена. Вообще идея, когда возникла, мы думали, что вообще рассмотреть все обряды бурятского народа, все обряды жизненного цикла, скажем, бурята, с самого рождения, можно сказать, даже до рождения, когда есть у нас обряды и спрашивания ребенка, да, у духов, у богов, и до смерти, и после смерти. Это огромный пласт нашей народной культуры, который невозможно в одном издании объять. Поэтому мы примерно так тематически разделили на 5 блоков, скажем так. Это детство, младенчество, детство, юношество, средний, ну, возраст, зрелость и старость. И по ходу, когда мы издали первую книгу, да, напрашивается, чтобы каждому тому, скажем так, ну, скажем так, это первый том, да, книга первая, обряды, и просится уже вторая книга, чтобы мы рассматривали не только обряды и обычаи, но и фольклор, устное народное творчество народа. Поэтому мы в этом году готовим, скажем так, в приложение книги 1, это будет бурятский детский фольклор. То есть они у нас будут объединены, все 3 книги. Одной идеей — это приобщение детей, кроме того, чтобы обряды, ну, это, скажем так, обряды для взрослых, да, скажем так. А вот нашим детям мы подготовили «Улыгындум», это колыбельные песни, и вторая книга будет детский фольклор, где мы рассмотрим детский фольклор, скажем так, ну, если провести градацию возрастную, где-то
ну, до 5 лет ребенка. Это было, да. И планируем, что в итоге 5 томов, если каждому мы приложим, ну, как бы приложение, я так считаю, что это больше 10 книг точно будет в серии. И заключительный вопрос, кто именно участвовал в создании этих уникальных книг? Очень хороший вопрос. Вот в издании этих наших 2 книг Республиканского центра народного творчества «Колыбельные» и «Вселенные Бурята» принимали участие, можно сказать, почти весь коллектив Республиканского центра народного творчества. Но особо хочется отметить, очень важную роль сыграли, ну, Министерство культуры Республики Бурятия, конечно, директор центра Архимчеева Жарма Манзановна и заведующий отделом информационно-издательского отдела Ирина Бадмаевна Гергенова. Я выступила автором-составителем. Вот здесь в «Колыбельных песнях» мы выпустили диск, поскольку не все владеют нотной грамотой родители. Мы подумали, что это будет очень существенная помощь. Над изданием диска у нас работали наш аранжировщик Жукто Бадеев, сотрудник центра, Павел Молчанов, все сотрудники центра. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди очень много интересных культурных событий, и мы вам о них непременно расскажем. С вами была Аржена Борисова. До встречи!